Да, уже, ты что? Ты сказал к 6. Ну, я думал, в 6 мы уже там будем. Дальше ничего не готово тоже так. Оп! Ой, ой, что я нашел? Я не брал, а вот поеду. А тут случайно. Че ты куда вперед? Так, да садись ты вперед. Так, ну, я тогда что, подкопкой займусь, да? Ну, да, да, да. Что-то чеснок именно взял. У тебя что-то дырявый со всех сторон. Так он для прикорки. Да. Специально. Что нам, пакет хватит или нет? Да. Только хватит, как он писал. Прикормка липкой получилась. А сейчас пока настоится, питает в себе. Красится, жесть как. Руки красные все. Так, в общем, приехали мы на неизведанный нам водоем. Да? Все руки красные, прикормки. Вот. Так, где тут опарыш-то? Дядька нас вытащил, говорит, тут караси, чуть ли не метровые, да? Говорит, рыба, говорит, куча. Было. Сейчас проверим, как оно. У Юхки он уже что-то там поклевывает, да? О, мелкий карасяндр.
В общем, я зарядился. Фидер. У Юрки вон уже всякие поклевки идут, да? Сколько там в копилке-то? Один. Там у Сашки там что-то. У Сашки что-то плещется. Полтора. Она говорит, ну это не то, зачем он приехал. Может и не это. Есть? Наверное. Мелочь, наверное. Если есть, то мелочь вообще. По-моему, нет. Ничего, да? Что, еще одна? Свои поклевки вообще не вижу. Вот что-то было. О, нету. Началось, блин, зацепы. Ну, две штучки насадим. Ну, блин, я тоже насажу. Что-то покрупнее? Или вы друг друга тащите? Нет. Вытащил? Есть, есть что-то. Вот клевал как будто покрупнее. Да. Ну, ладошечный. И то меньше, да? Ты, у меня поклевки пошли. На парочку. Мило.
как сработало. Есть. Или уже нету. А, нет, дергается, что-то трепыхается. О, мелкий карасик. Что с таким делать, да? Ну теперь, зато я понял эту поклевку, то есть увидел, как она, ну какая. Мелкий отрыгивается как взрослый, а ты. У меня даже опарыш сохранился. Ладно, что, первый есть, можно и чайку шлепнуть. Ставим лайкосик, да? Лайки, жмайки. Шейки он спинник чуть не сломал, да? За сколько? Микроджиг за 6 тысяч. За 6 тысяч. Вот наступил бы, переломал, я не знаю. Ты был бы неудачником просто. Я на рыбалку собирались, но на машину переехали. Приятного аппетита. Пробуй. Точнее, чаепитие. Что, есть? Ну, тут Юрика уже кто-то есть. Я тоже весь. Где крупняк-то? Может, дальше надо закидывать? Смотри, какой крупный. А, вообще нет. Есть контакт. Ну, как задергал, сразу все видно было. Вроде сидит. Вот это вроде, да. Да нет, чувствуется. Так я тоже пока к берегу не подвел. Ну, или слетает. Ну, да. Нет, у меня-то сидит. Тут что-то все маленький, он сам даже цепился. Какой-то несерьезный. На, выкинь, я задержусь. Да тебе проще, мне туда залазить надо это. Так. У Юрки опять он шлепает, клюет. Забьем чуть-чуть. Сейчас попробую белый опарыш насадить к красному. Раз. Но. Да, что я скажу-то? Да ладно. Погоди, я еще этого не пустил. Все. Вторая поклевка и вся реализованная. То есть холостой. Еще не было. Ну что, погнали. Ну, прям до фрикса, ой, до стопора. Везде заклипсовался. Опять поклевка была. Что-то тюкнуло. Не знаю, видите, нет? Дергало.
проверим. Нет. Вроде как. О, у Юрки опять. А что он летает? Дергается, дергается. Обсасывает? Вот у меня тоже что-то там тик-тик. Тик-тик. Тюкает. То ли сидит, то ли нет. Что-то есть. Есть, сидит. Вот так. Раз ты не поймал. Я уже не понимаю, есть он там или нет. Мелкий? Ну, дергается, чувствую. Ну большой-то, да, если долбанет, так... Да, вообще, вот. Прям мега улов. Почти уклейка, да? Походу, чем дальше, тем меньше, что ли? Такого точно отпущу. Плывет. Почти уклейка, да. Понятно. Прикормки жалко-то будет такого мелкого. Да, кинул. Да, кинул. Юлька опять поклевка, у меня что-то молчит. Как неохотно, что он? Он тюк-тюк, тюкнул и все. Угу. И у меня сейчас была так. Дильче дернулась и все. Больше ничего. Хлеб не насадишь, слетит, наверное, да? Сейчас крокодила вытащишь. Вот смотри, у меня тоже клюет, походу. Что-то дергается. Нет, там так сильно ботал, бум. Крупнее, да, говоришь? Угу. Убирай. Нана, карась. Да ладно, чё? Хотя бы какой-то. Всё, что ли? Угу. Наверное, он как наплывом, раз и начинает у всех сразу. Что-то есть. Задёргался опять. Тишина. Зато у меня дёргается. Пробуют. Есть, есть. Всех троих, что ли? Один прошел что-то. Один? Но у меня это. Где это там? Оп. Ой, да. Ну, это несерьезно. Несерьезно. Мелкий. Может, тоже надо насадить новых. Ну, я тебе сейчас подсоблю. Есть, да? В общем, тут у нас
стандартный ладошечный карась. Может, когда-нибудь будет. Походу опять сидит. Так, а я увидел, как дернулась. И все. Нет. Нет. Прошляпил. Этот раз сидит. Чувствую. Не наверное, а сидит. Бьется там. Видишь, кормушка не выходит. Даже меньше ладохи. В общем, что, тут как бы клюет, как из пулемета, да? Не успеваешь. То одна удочка, то другая, то одна, то другая. Ну, эти вон по две ловят, я одной. В общем, как-то так. Я сразу с двух подсек. А, да, с двух подсек. Поговорка-то за двумя. За двумя погонишься, да, ни одного не поймаешь. Нет, когда на бешат сидим, две там, три удочки, стоит, смотришь поклевка. Тут раз, дергаешь, и тут раз, эту бросаешь, ну маленькую, чувствуешь, да? Побольше, которую дай. Так что вот такие пироги. Что, у нас карась продолжает клевать как с пулемета. Вот. То есть частые поклевки, много холостых. Да и что он, потому что, блин, вот меньше ладошки. Такой маленький карасик. Хотя бы опять поклевка прям. Вытащит, не вытащит. Я тут так сижу. Потихонечку таскаю. У меня то тут, то там, то тут, то там. То тут, то там. Еще даже по две штуки вытаскивают. Ну да, да. Так что ладно. Ну, окончательный итог покажу вам мелких карасиков. Так. Насаживал червя. Вот. И что он тюкает, не может его даже заглотить. То есть поклевки есть, подсекаешь, рыбы нету. Даже ждешь, когда он заглотит, а он даже не может его заглотить. Взять. У меня крючочек хоть и маленький. Поставил потом опять опарыш и сразу поклевки реализованные. Все, ждем, что будет дальше-то у нас. Во. Есть. Сидит. Должен сидеть. Ведь рыба поднялась. Ветер поднялся. Есть, да. Да, мелкий. Ну, это вообще уже... Вот, тик-тик-тик-тик. Подергался. Ну что это за извращенство? Какая-то порнография. Пакет?
меня выпрыгивает. Нету, нету. Ну, наконец-то попался более-менее крупненький. Вот такие бы ловились, да? Еще покрупнее. Вот, знаешь, вот таких. Какой-то уже, да. Чего-то, блядь. А может, сейчас под вечер будут крупней? Ну, в общем. В общем, собрались мы домой. Все, хватит. Нарыбачились. И вот. Денег больше нет на рыбу. Денег больше нет. Такой вот улов мелких карасиков. У меня целое ведро. Целое ведро. Вот один, да? Угу. Такой хороший. Такие бы были все. Вот. Так что все, спасибо. Всем удачи. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.